продавал незарегистрированные лекарства. В этом обвиняют 32-летнего жителя Чебоксар. Делом занимается Следственный комитет. По версии следствия, в октябре 2016 года в городе Чебоксары обвиняемый зарегистрировал в одной из социальных сетей в интернете две страницы, на которых разместил объявление о продаже трех наименований лекарственных средств, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию и не состоящих в государственном реестре лекарственных средств. В последующем с указанного времени до марта 2018 года злоумышленник осуществлял их сбыт на территории города Чебоксары и Чувашской республики на общую сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Свою вину обвиняемый полностью признал, теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Следственный комитет просит обратить внимание, прием подобных препаратов может быть опасен для здоровья.